Алло, папа? Да. А мама дома? Нет, мамы нет. Жалко. Папа, я сегодня приду поздно. А что значит поздно? А, ну, вы не ждите меня, ложитесь спать. Ты лучше скажи, что значит поздно. Это будет поздно. Вы не волнуйтесь и ложитесь спать. Ты сказала все, чтобы я волновался. Когда ты придешь? Я буду в 12 часов. Ну, хорошо. Спасибо, папочка.